Радость движения и радость жизни без боли ощутила пациентка российского центра имени Елизарова, жительница Белгородской области Лидия Кошевец. Руки я вообще не могла, я даже двигать руками не могла, ложку держать не могла. На сейчас вот мне операцию сделали на эту руку направо, мне вроде освободилось и левое, мне вроде и левое легче стало чуть-чуть. Лидии Григорьевне заменили больные суставы искусственными. Эндопротезирование провел заведующий 10-м ортопедическим отделением Андрей Каминский. Выполнено уже 4 операции. У себя в Белгороде она сделала 2 тазобедренных сустава, и вот сейчас у нас она сделала локоть и колено. Лидия Кошевец прошла лечение в Курганском центре имени Елизарова по квоте. То есть операции, пребывание в стационаре и медикаменты оплатило государство. Таких больных в Елизаровской клинике за прошлый год было более 2000. 400 из них – зауральцы. Мы работаем в тесном контакте с Главным управлением здравоохранения Курганской области и других регионов, которые направляют нам больных, оформляя талоны направления на высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть вот только благодаря тесному сотрудничеству происходит отбор больных для бесплатного лечения. Как говорят медики, пройти лечение бесплатно в Курганской клинике может каждый. Главное, чтобы были показания к лечению, и заболевание входило в перечень квотируемых. Список утвержден Министерством здравоохранения России. Информировать людей об этой возможности и призвана акция «Движение в радость». В рамках этой акции можно будет обратиться в наш центр больным с проблемами позвоночника, мелких суставов, таких как кисть, стопа, с тех, кто беспокоит крупные суставы. Без направления и абсолютно бесплатно больных будут консультировать в поликлинике центра ведущие хирурги. Акция пройдет в течение месяца с 7 сентября по 7 октября. Надежда Ефремовцева, Антон Носков, Константин Пермяков. Вести, Зауралье.